so hold it down. If you don't hold it down, then you might gonna be boxing your mouth. Ну и так, и всем снова на Darkness Souls 5, и сегодня мы продолжим все-таки играть в Left 4 Dead. Сегодня мы уже будем проходить Deathstoil, а также Dead Air. Но это все будет не в одной серии, потому что будет, готовьтесь, сразу будет две серии. Так что советую вам посмотреть. У меня нос немного заложен, так что иногда я буду им шмыгать носом. Ну и так, сегодня будет 2 или 3 видео по Left 4 Dead. И в принципе все должно быть круто. Так. Риверсайд, нам нужно вон туда. Да. Ох, ничего себе тут, конечно. Берем аптечку, дробовик и, в принципе, все. Поехали. Так. Звук я сделал меньше. И уже в видео по Left 4 Dead звука не будет. Из-за того, что мне попросту блокируют мои видео из-за авторских прав. Будет музыка только иногда, и не дабстеп, неру и так далее, а простая музыка всякая. Ну, в общем, об этом все тоже будет потом. Значит... Что я хотел также сказать? Я хотел сказать то, что... Сейчас пока что мы будем стрелять, я расскажу. Я хотел сказать то, что я собираюсь сделать анбоксинг. То есть ключей CSGO. Так как их уже делают все, а я не должен быть исключением. Так. И сегодня, значит, я вам расскажу о том... В общем, как вы знаете, моя ссылка на обмен Стима в описании, а также мой кошелек в Мани тоже в описании. Это я все намекаю к тому, что вы можете прислать мне какую-нибудь сумму денег, и я устрою анбоксинг. Обязательно донатеры будут... видео, я их буду называть. Ну и, в общем-то, вот так вот. Если, конечно, я потихоньку буду набирать, в общем-то, будет выходить по одному кейсу, наверное. Если это все будет длиться долго. Ох, нифига ж себе. Ну и так, вот, в принципе, все о кейсах. Почему я вас так прошу помочь мне в этом? Если же мне выпадет нож, как вы знаете, ножи это очень дорогая довольно вещь. Если же мне выпадает нож, я его 100% разыгрываю. Я не особо играю в CSGO, так что с легкостью смогу его разыграть. А если же выпадает что-то ниже ценой, чем нож, то я его оставляю себе. Вот, в принципе, вот так вот будет все это происходить. А если же вы хотите выиграть нож, то можете мне донатить, вы попадете в видео, а также сможете выиграть нож, если же мне повезет. Так. Попади, ну же, бум, 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 попал. Ну и так,
Так, в принципе, об этом я все рассказал. А теперь давайте приступим к игре. Значит, мы тем временем уже прошли до туннеля самого. И мы продвигаемся дальше. Так. Так, курильщик. Так, убили смокера. Ух ты ж. Вот, в принципе. А что мы тут должны сделать, я не знаю, но по идее мы должны спуститься в туннель. А вот он. Опачки. Наверное, будет три серии. Я их сниму прямо вот сейчас вторую серию. Эту серию запишу, сразу вторую и сразу третью. А если я очень захочу, по примеру, настроение вообще суперское будет, то будет и четвертое. Монтировать это, естественно, буду не очень долго из-за того, что музыки мало будет. Но если будут какие-нибудь моменты, то интересненькие, то ждите, в принципе, видео не сразу. Возможно, они будут выходить по одному, но, скорее всего, в большей степени я буду... Я постараюсь выложить много за раз. Так будет быстрее, так будет проще, так будет прикольнее, в принципе. Так, тут есть кое-что интересненькое. Кинем вон туда. Так, вот мне интересно, откуда сейчас зомби будут идти. Так, значит, идем вон туда. Они 100% будут вон там, где мы слышим жирного. Вот, тут все, по идее, должно быть. Так, тут почему... Опачки, кинем. И смотрим на этот потрясающий взрыв. Бум. Эпично. Было довольно эпично. Так. Сейфхаус, вот. Значит, мы дошли до того места, куда нам надо было прийти. Все, в принципе, нормально. Почти не покоцали. Закрывайте дверь. Пожалуйста. Ой. Нифига они пошли. Видели, сколько их там? Ну вот, в принципе, мы прошли первое, сейчас дойдем до второго. Ну и так. Значит, у нас идет уже второй. Убираем все это. Патрончики. И вот, в принципе, ничего себе. Уу! Сейчас они сюда придут. Крутяк. Чего закрыли? Открывать. Опа. Вот, в принципе, мы в канализации. Так. Так, куда теперь нам идти? Я бы не хотел, чтобы мы застряли, как в тот самый раз. Если вы помните, конечно. Мы там запутались тоже в канализации и не могли выбраться. Надеюсь, тут такого уже не произойдет. Опачки. Так. Вперед. Что тут как-то их много. Так. Поехали. Ух ты ж. Как... Так, тут мы видим много всяких патрончиков и так далее. Возьмем это, таблеточки. Так.
Поехали. А, танк! Убивайте танка, убивайте танка! А, кидает! О, все, убили. Я так и думал, кстати, то, что тут будет танк. Тут, кстати, никого кроме танка нету. Нормас. Значит, сейчас поднимаемся, включаем рубильник. Тут начинается. Опачки. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не-не, блин! Нет-не-не-не-не, убейте его, убейте! Убейте! А-а-а, фак! Убейте, убейте! А-а-а! Кто тут где? Убиваем! Убиваем всех! Капец! Фух! Подлечусь. Там крылечек еще живой. Вон. Где-то. Надо его убить. Он свалил уже. Так, значит, куда нам? Я только не увидел, что тут произошло из-за этого долбанного крылечка. Значит, по-моему, нам сюда. Да. Нам говорили сделать мост, патрончики. Блин, тут пился только. Значит, нам вот сюда. Нет, нам же не вот сюда. Куда нам? А, вон туда. Так. Ух ты ж! Сколько их тут? Довольно немало. Ах. Теперь я, в принципе, очень сильно опасаюсь курильщика, потому что... Ну, блин, он такая тварь. Капец. Так, тут есть молотов. Пойдем вот тут. А-а-а! Убили. Нормально. Только... кончается. Опачки, кого я слышу. Ой. Ой. Где они? Ой, вот они. Так. Ух, нифига ж себе их много тут. Опа, поехал. Так, тут это нам. Того, что нам нужно. Так.
Убивайте! Блин, убивайте, убивайте! Так, тут кто-то есть. Помогайте. Так, значит, сейчас они подлечат меня еще. Спасибо. Только тут как-то не очень с таком вот, с такой оружкой ходить. Патрон уже кончался. Где? Сейфхаус. Вон он. Как? Опа. Смотрите-ка. Довольно интересное местечко. Должен вам сказать. Закроем. Уу! Он запрыгнул к нам. Но нифига. Ну и так, сейчас мы дойдем дальше. На третий уровень. Ну и так. Мы продолжаем. Значит. Все нормально. А есть еще одна птичка, так что сейчас мы подхилимся. И значит идем дальше. Опа! Подальше кину. Интересно. Нам сейчас по названию уровня надо дойти до церкви. Опачки. Он не сдох. Ох ты ж. Так. Там кое-кто жирный. Осторожно проходим. Ух ты ж. Что там, домики есть? А его нельзя. Нормально. Ой. Так, сейчас нам вон туда надо. Ну и так, поднимаемся наверх. Значит, тут есть вот это. Это. Ох ты. Так, тут ничего нету такого. Так. Поехали.
пойдем. Тут нельзя обойти. Где тогда проход? Значит, мы поняли, как не попасться ведьме. То есть надо гасить свет, как нам и говорилось в интро. И, в принципе, спокойно так проходить. Вот. Я на это, в принципе, никогда не обращал внимания. Потому что не думал, что это работает. Но сейчас понятно, то, что это довольно хорошо срабатывает. Мы сейчас прошли спокойно мимо ведьмы. Она нам ничего не сделала. Супер. Значит, сейчас закрываем везде дверь. Ай. Так, ты тут стоишь. Закрываем везде дверь. И что тут надо нажать? Тут нам, по идее, что-то надо нажать. Есть второй этаж? Нет, тут нет второго этажа. Так, куда нам надо? Тут, по идее, где-то должно быть радио, что ли. Или есть, или нету. Или вообще этот дом просто, чтобы боеприпасы взять. Скорее всего, последний. Просто, чтобы взять боеприпасы. Ой. В принципе, интро Left 4 Dead, да, рассказывает, как, в принципе, играть, как обороняться от монстров, от мутантов и так далее. Так, заперись уже. Ладно, не можем. Так. Значит... Берем боеприпасы и проходим. Опачки. Я зайду лучше. Так. Буду оборонить вот тут. Что у вас тут? Нормас? Ладно, опа. Оп. Откуда вы беретесь? Мы вроде там всех перебили, они оттуда идут. Так, тут есть... Я так и думал, то, что тут есть пилса. Подхилимся. Да, блин, только подхилился. Вот зря подхилился. Надо было сейчас. Опа! Короче, пробежим. Нет, не пробежим. Тут пробежать довольно проблематично, но пробежим. Сейчас тут только чекнем. Тут ничего вроде бы нету. Уходим. Отойди от меня. Че вы? Так. Эй. Они нас не пускают. Ну, пусти нас. Дебил, открой! Придурок! Дебил! Так.
Опа! Они там горят. Довольно хорошо. Так. 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 Значит. Мне вот интересно, где он? Ну, окей. Сейчас подхилимся. Закройте дверь, что вам? Сами не можете. Ну и так, сейчас идем на четвертый уровень, The Town. Ну и так. А значит, а что значит? А значит, а мы сейчас, что они делают? Слышали звуки в самом начале? Что они делают тут? Ладно, я ничего не видел. Ух ты ж. Ничего себе. Тут, конечно. Оп, оп, оп. Ну ладно, пошли. Значит, нормально. Тихо. Значит, убиваем. Значит, сейчас идем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так. Хам-хам-хам. У-у-у! Нормально. Нормалёк. Ух ты ж, блин. Поехали. Куда идти? Вон туда. Так. Нам вот сюда надо. Чем мы там фигню страдаем? Оп, 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 оп. Так. Поехали.
Так, вот, молотов нашел наконец-то. Я хотел молотов найти, вот его и нашел. Ничего себе. Оп. 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 Опачки. Отойди. А, вот сюда. Значит, нам надо куда-нибудь вон туда, что ли? Вот я, если честно, не понимаю, куда нам сейчас надо идти. А, может быть, нам надо вон туда. Кошмар! Ничего себе, Зою шибанули. Я, кстати, осторожно сюда зашел из-за того, что тут и танк был. По звукам можно было определить танк. Так, значит, тут есть кто-нибудь? Тут нет, значит, идем. Куда все делись? Так. А, вот еще. Не-не-не-не-не, не хочу. Так, смолкера убили. Опа, поехали. Опа! Вот сколько, в принципе, и было. Ух! Что? Вы видели это? Машина всех спасла зомби. А, капец! Они все выжили. Ай, ужас. Блин, я неудачно кинул, конечно. Там есть вторая. Пойдем ее возьмем. Так. Срочно сейчас мне нужны патроны. Так. Сейчас уже кинем нормально. Вон туда. Куда? Нам вон туда, да. Или нет? Вот куда нам надо, я сейчас не догоняю. Если честно. Может, нам вон туда надо? Как туда забраться, я не знаю. Осторожно. Так. Пипец. Вон туда. Да все уже знают, что там луч. Ничего себе, тут их много чего-то как-то. Значит, берем молотов. Оп. Хорошо, что мы на ведьме не наткнулись. Давайте. Опа, отлично. Так. Так.
По-моему, сейчас что-то будет эпичное. Видите, только тут баррикад. И оружие. Да! Вот что надо. Тут даже пулемет есть, офигеть. Ничего, поехали. Ой. Ой. А, не, за пулемет не хочу. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, зомби горят. Это значит хорошо. Так, осторожненько пока что пойдем вот тут. А, меня хватает. А, убьёте, убить смоукера. А, нет, меня сейчас убьет. Ай, ай. А, иди нафиг. Так. Так. Пипец. Так, подхилься. Где-то опять смоукер ходит. Все, поехали. На крышу. А не вон. Короче, пофиг. На вон туда. Так, мы почти прошли. Так. Тут ничего нету. Танк. А! Ничего себе! А! Помогите, помогите! Так, помогаем, помогаем. Так. Еще танк жив. Убили, фух. Мне надо подхилиться. Так, кому пилсы дать? Зоя надо пилсы. Все. Пипец. Вон сейфхаус. Как тут забраться? По крышам? Они не шутят. Поехали по крыше. Раз надо, по крыше. Фух. Вот сейф-хаус. Оп. Осторожненько. Фух. Прошли. Крутенько. Ну, идем, что он там стоит-то. Так,
Закрываем. Переходим на другой уровень. Финал Boat House. То есть сейчас мы будем на лодках. Крутяк. Ну и так, мы продолжаем. Сейчас все подхилятся, все сделают. Мы подождем и поехали. Пока что ничего не предвещает беды. Но беда все еще есть. Здорово, 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 здорово. Значит, сейчас... Значит, по идее, мы должны сейчас пойти на лодку. Ну, по идее, уровень об этом говорит. Ну что ж, идем искать лодку. Ай, блин. Убейте его. Опа. Тут патроны есть. Так. Значит. Мы вышли из города. Тут есть что-нибудь? Тут есть аптечка. Крутяк. Кого тут надо подхилить? Фрэнсис. Так, Фрэнсис взял аптечку. Поехали. Чего они меня закрыли? Поехали. А, значит, мы почти, наверное, дошли до воды. Опа. Так. Так. Поехали. Надеюсь, почти дошли. Вон вода, наверное. Опа. Оп. Оп. Да. Смотрите, вон вода. У нас, значит. Так. Значит, где радио? А патрончики? Аптечки есть? Так. Так. Так, я вот тут спрячусь, в общем, посижу. Так, вот такая вот у меня будет тактика. Закройся. Так, посмотрим, в общем-то. Что-то как-то не очень. Идет бой. Лодка, по идее, должна приехать. Мы тут Зою подождем. Тебя подхилить не надо. Так что будем просто сидеть. Я, кстати, это... Ой, Фрэнсиса хотел... Ой, не, не, не хочу. Стоп! Чё они как дураки ни за кем не следят из нашей команды? Так, я, значит, ему помогу. Да, блин, не Луиса!
Фрэнсиса. Так. Ха-ха-ха. Так, промахнулся. Жердяй. Танк! Я убил танка? Что? Где он? А вот он там. Нормас. Он туда придет? Так это ж долго. Опа! Ничего себе их много. Чёрт, как-то. Так я жду лодку вообще. Где лодка? Помогите! Лодку надо! А мне не дают лодку. Я хочу лодку. Чё лодка не едет? Чё Зоя там плавает? Ух ты ж, блин. Так. Поджечь уйти. Нормально. А что еще нужно для выживания? Поджечь уйти. Все. Ай-яй-яй-яй-яй, сегодня у нас какая-то поджигательная серия. Она. Нет! Нет! Пожалуйста! Ребятки, помогите! Сейчас еще придут ведь! Ах, скинь его хоть бы. Помогите мне, кто-нибудь. Они что, охренели? Быстрей! Где лодка? Помогите. На Фрэнсиса пофиг. Подхиль! Подхиль, урод! Ладно, сам подхилюсь. Слава богу, есть. Ой. А, вон он. Так. Вон там. Убивайте. Все, убили. Где лодка? Где лодка? Быстрее бежим, пофиг, где лодка. Вон она. Я ее видел. Вот она. Быстрей. А, Зоя, Зоя ничего не спасет. Быстрей, дебилы. А! Ее не спасти. А, да. Мы прошли Дестойл. Да! Я не думал то, что мы его пройдем. Последний. Да, Тол Коллектор. Крутяк. С первого раза, кстати, прошли. Только Зоя в последнем умерла и все. Никто больше не умирал. Крутяк вообще, супер. Ну вот, в принципе, Дестол даже.
Мы прошли до стол. Когда я проходил его сам, то было довольно сложно, потому что, в принципе, умирали всегда мы. И это было практически невозможно. Но сейчас, как вы видите, мы с вами смогли. Так что, на этом, наверное, все. С вами был Азартный Силс 5. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас же, наверное, сразу буду выкладывать и снимать Dead Air. Ну, а пока что все. Всем удачи, всем пока.